У нас нужно было в каждый год где-то 3 или 4 уроков или классов в разный там бизнес, entrepreneur, или, я не знаю, как это слово на русском, но да, как бы я училась все свои годы в Молдове, потом только сюда приехала в университет. Вот так вот. Ну, в общем, я думаю, ответила на пару вопросов. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Извини.